Что касается того, что происходит на Харьковском направлении, это тоже их вина, потому что они обстреливали и продолжают, к сожалению, обстреливать жилые кварталы приграничных территорий, включая Белгород. А что касается Харькова, то таких планов на сегодняшний день нет. Subscribe to our YouTube channel. Don't forget to like our videos and hit the bell icon to stay updated with the latest.